Почему мы нуждаемся в ремонте для тренинговой комнаты? Потому что бытие определяет сознание. И когда дети находятся в уютных условиях, в комфортных условиях, тогда они могут позволить себе расслабить тело и напрячь мозги или включать какие-то свои душевные чувства, не отвлекаясь на какие-то бытовые мелочи, там, когда не хватает стульев, или когда холодный пол, или когда не хватает бумаги. Это мешает работать, это мешает детям расти, расти и совершенствоваться, развиваться как личности. Да. Что вы бы хотели, чтобы в нашей тренинговой комнате? Стены были красивые. Стены покрасились, векна доделаны были, свет, чтобы был. Так. Чтобы работало тепло. Чтобы была музыка, да, можно было включать музыку. Пол, еще было мультимедиа. Пол был хороший. Мультимедиа. Вот было бы мультимедиа, классно было бы. Да? Пол был хороший. Пол. И пол желательно, чтобы было мягкое, теплое покрытие, чтобы мы могли сюда еще и седаты. Да. Угу. Або лягаты. Так. А, и чтобы тепло было. Ну, все равно. Тепло, конечно. Надо, чтобы было тепло. Ну, нет, видно, будет жарко, то тут нет. Нет, тут жарко николи не бывает. Це старое здание, тут жарко не бывает николи. Ну так, чтобы было. Чтобы было комфортно. Чтобы градусов 19-20. Не жарко и не холодно.